воздушном шаре, ты летишь со мной или нет? Мне не нужен ответ. За облаками еще миги меня не достать руками. Я меняю пепел асфальта на солнечный берег. Я улетаю. Я улетаю. Я сегодня вышел из дома, по сути, обычный, похожий, но не оборон с собой, без паспорта и телефона. Я вышел послушать дождь, но серый цвет не к лицу, и ты лишь ты знаешь, чего я так хочу увидеть. На небесах разговор. Я улетаю на огромном синем воздушном шаре. Ты летишь со мной или нет? Мне не нужен ответ за облаками. Еще миги меня не достать руками. Я меняю пепел асфальта на солнечный берег. Я улетаю на огромном синем воздушном шаре. Если ты рядом целуешь рассвет, мне не нужен ответ за облаками. Еще миги меня не достать руками. Я меняю пепел асфальта на солнечный берег. Я улетаю. Такое, но это будет то, что я вообще никогда не играл. Ну или могу. А, вот эту могу, например, сыграть. Потому что у меня близнец. Ты сможешь, когда я вот допою до сюда, пролистнуть? Да потому что тебя. А, там оно все там. Предложите мне счастье по дороге домой. Ничего не куплю, потому что в пути. Секунду. А вы знаете, кстати, как интересно получается? Очень часто начинаешь играть песню и по ходу ее вспоминаешь. И тут свет, он абсолютно не нужен. Наоборот, чем дальше. Меньше всяких факторов. А тут наоборот. Предложите мне счастье по дороге домой. Ничего не куплю,
потому что за ярко. Ну, короче говоря, был в городе концерт, и вот меня пригласили выступить, да, я пришел, я говорю, сейчас выступит Серега, потом Кирилл, а потом ты. Хорошо. Это выступил Серега, садится Кирилл и играет, ну, наверное, вот, он играл 40 минут, а потом говорит, ладно, а теперь пройдемся по старенькому, еще на час. Я такой говорю, ребят, наверное, я пойду домой. Вот. Поэтому реально сет человека с гитарой это 40 минут. Дальше начинается беспредел. Поэтому мы сейчас будем вспоминать совсем старые песни. Чанский, тебе хорошо? Сейчас. Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе синяя? Тебе хорошо? Если можно, начинайте с припева, хорошо? Ну, чтобы я вначале не это. Да, вы поймете. Проводи меня этой дорогой. Я хочу, я могу, я сумею. Без секунды свидания с Богом. Моя жизнь так и будет ничьей. Я все понял из прошлой ошибки, разрубив свое сердце наотмашь. И теперь я не трачу попытки, срываю свои оковы. Я иду к тебе. Yeah.
песни не играл, то, наверное, лет 10, то есть такое, из каких-то темных вещей, да, то есть. Саша, а? Спой второй раз. Дуй ветер. Ну, я тебя умоляю. Хорошо. Ну, если это будет... Ну, это прям вот мой дзен. А вот писать надо было раньше. Это что, продолжение? Это бомбе. Что, дзен? Я могу ее сыграть так. У нас была когда-то фишка, когда мы брали песни и переделывали их просто в таком, ну, в поисках какого-то смысла, там, да, вот, начинали играть, например, какую-то лирическую песню там, в таком заводном там. Получалось очень интересно. Из этого ничего не получилось, типа. Ну ладно. Саш, пожалуйста. По просьбе неутомимой. Неугомонный. Thank you.
На самом деле, за последние лет 10, наверное, первый раз, может, я вот собираюсь, и народ меня ждет. Чанский, ты волшебный. А я, подожди. Я тебе скажу, нет, вот послушай. Мы кого послушать-то собрались? Не-не-не. Может, у тебя концерт будет? Есть вещи, которые все-таки хочется их подготовить, не хочется их так коряво. Есть повод приехать еще. Они волшебные, да. Их даже Юрка не слышал, поэтому... Если я их сделаю, это будет неправильно. Он меня не поймет. Он не... Испугается и уйдет? Нет. Он начнет играть на барабан. Он волшебный чувак. Он никогда не... Юра? Действительно, вообще вот... Все его флейты, все его дудки. Дудки, да. Просто не хочется играть не готовые вещи, чтобы их не спугнуть. У меня было несколько моментов, когда я начал играть. Я могу ее сейчас сыграть, вы все поймете. Это песня, которая не получилась. Хотите? Да. Конечно. Ее, кстати, здесь нет. Что я здесь ищу? Сейчас. Это песня, которая не получилась. В глазах рыбака и станет теплее, станут. Ладно. Красивые краски, переплетение любви, как способ однажды разрушить маски. Живая вода, зовущая в небо суд. Кама-сутра, волшебная кама-утра, кама-сутра, ну и так далее. Не все позы. Ты не тех позвал, вообще не тех позвал. Короче, песня не получилась. Не пошла. Давай другую, спокойную. А, это была такая, спокойная. Беспокойная. Она была такая, да. Кама с вечера. Кама с вечера. Кама всю ночь. А это мы что-то с Пиковским сидели, трещали, я говорю, слушай. Ну, и получилось кама с утра, кама с вечера. Не, есть проблема. Он просмеялся и... Ну, ладно.
И получилось хорошо, Чанский. Вообще, восхитительно. Спокойно, я его катаю. Раз уж пошел КПД, тогда песня. Нет, весенняя. Здравствуй, весна, как тебя зовут? Я вижу в лужах твои глаза. Срезаны косы, уставшая грудь, и за душою нет ни гроша. Так неужели в этой грязи есть любовь? Неужели в этой грязи есть новая жизнь? Мне надоело смотреть дешевые сказки, ледяные глаза царей, по разукрашенной роже прекрасно видно, что за птица упрятана в ней. Так неужели в этих глазах есть любовь? Неужели в этих руках есть новая жизнь? Так здравствуй, красавица, где твоя жало? Я дальше не пойду за тобой. Ты заменила любовь движением вверх, но учитель из тебя никакой. Так неужели в этом движении любовь? Неужели туда-сюда лучше, чем вместе домой? Частично такой фингерстайл получается, да? А, если хотите фингерстайл, то он, может быть, сейчас я попробую ее сделать. Разочарований.
мыслях, сожженных в сердце под луной. Изрезанных минут и оправданий, где в сцена чистом небе наших горей не улетает, не улетает. Вот ладони мои для тебя, не уходи. Раскрывшийся крылья. Блин. Ребята, нельзя играть не готовые песни. Потому что будет испорчено ваше ощущение и мое. Нифига. Давайте лучше это. Нифига. Давайте. Круто. А? Не, ну, реально, я вот сначала хотел вилки что-то сделать, но на самом деле некоторые из этих песен записали уже давно. И они такие, они еще... Вот как с этой Камасутрой, да, она же, в принципе, готова, но я ее сыграл раньше, и она замерла. То есть она остановилась, и не пошла. Ее больше нет. Вот. Поэтому, мне, наверное, надо заканчивать. Честно говоря. А вся эта история, она уже есть, она скоро появится.